контратака. Пас-центр и... Ух, Ежов оставляет Витязь в игре. Ну, позиция просто убойная была. Можно было расстреливать. Ткачев увел за собой Головкова, а Лайнин не успел выдвинуться на Барабанова. Ну и вот, казалось бы, да, что еще нужно? Ну и пошел Гребенщиков. Немножко сейчас, понятно, сбивается тоже на индивидуальную игру. Получает шайбу Бурдасов. И все правильно сделал. Оставил щиток Ежов. Пас назад. Прижали своим воротам хоккеисты Витязя. Ну вот. Подпускает шайбу себе под коньки. Уходит от Ержабика. Ставит левую ногу. И вот здесь просто за счет длины рук пытался завести шайбу в ближний угол. Но какой молодец Ежов, а?